Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Realme 8i сделать запись экрана. Для этого переходим в панель быстрого доступа и находим кнопочку «Запись экрана». Удержав на ней палец, можем открыть некоторые ее настройки. Например, можем записывать звук. Например, можем записывать звук системы. Также можем записывать звук с микрофона. Можем выбрать формат сжатия видео. Можем записывать видео с фронтальной камеры, или же можем его не записывать. И можем показывать касание на экране, или же можем их не показывать. Чтобы начать запись, тыкаем по этой кнопочке один раз. Нажимаем «Продолжить», «Согласиться и продолжить», там даем все разрешения. Появляется такая менюшка записи экрана, можем ее перетягивать. Также можем здесь открыть через нее тоже все эти настройки. Чтобы начать запись, тыкаем по красной кнопочке, и запись начинается. Давайте позаписываем немного наш экран. Можем поставить запись на паузу здесь. Также можем потом ее возобновить. И чтобы остановить запись, тыкаем по красной кнопочке, и после этого запись будет сохранена в галерею, в альбом, другие, скриншотс. И вот она, наша запись экрана. Давайте позаписываем немного наш экран. И отсюда можем отправить нашу запись, можем ее изменить и также можем ее удалить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!